Лида, может быть, тебе еще чаю принести? Нет, Петь, ты ложись, поздно уже. Я посижу пока еще. Борь, смотри. Максимка тут в первый класс пошел. С твоим рюкзаком, помнишь? Мы ему тогда новый купили, а он уперся. Мне Борька свой обещал отдать. Звонили из больницы. Врач сказал, что завтра можно навестить Ольгу. Похоже, ее родственников так и не нашли. Бедная девочка. Да. Съездим, конечно, съездим. Я на работе уже предупредил, что буду по... Угу. Надо подумать, что ей привезти. Ну, заедем в магазин, купим что-нибудь. Ну, здрасте. Это никуда не годится. Надо что-то домашнее приготовить. Лидия Петровна, вам чем помочь? Оля, я должна тебе кое-что сказать. Я не люблю ходить вокруг да около, и я плохо умею притворяться. Что-то случилось? Тебе нравится Борис? И нечестно. Мы тебя приняли как родную, а ты разрушаешь его жизнь. Лидия Петровна, я не собиралась ничего разрушать. Тогда почему Борис вдруг решил расстаться с Таней? Я не знаю, правда. Лидия Петровна, я вам очень благодарна за все. И я сейчас же уйду. Простите меня, пожалуйста. Нет, не может продолжаться. Кать, ты не против, если я к тебе прямо сейчас приеду?